Основная идея праймерис или предварительного голосования заключается в том, чтобы люди сами определили, кого партия «Единая Россия» выдвигать на выборы, кто более уважаем и достоин побороться за право представлять Соликамск в краевом парламенте. Итак, бессменный действующий депутат ЗАГС Собрания по 12-му округу, президент Соликамск-Бумпром Виктор Баранов. Конкуренцию ему в одномандатном округе даже на внутрипартийном предварительном отборе никто не осмелился составить, по крайней мере на момент подготовки этого сюжета. А вот войти в партийный список по 12-му округу пожелали уже 4 человека. Чагин, Надежда Горюнова, Олег Харин, Зоя Галайда. Что касается 13-го одномандатного округа, то здесь, напротив, нешуточная внутрипартийная борьба предстоит как в одномандатном округе, так и по списку. Конкуренцию действующему депутату Юрию Фисику составят 3 человека. Это глава администрации Александровского района Александр Шицын и чиновник из Чердани Сергей Галашов и лидер профсоюзной организации крупнейшего предприятия Соликамска «Уралкалия» Александр Шалаев. Не меньшим спросом пользуется и партийный список по 13-му округу. Кирилл Кочкин, Александр Шицын, Людмила Пермякова. Цель, ради которой кандидаты выдвигаются на праймерис, определить, кто из них действительно пользуется доверием жителей города и в дальнейшем принять участие в выборах 18 сентября при поддержке партии «Единая Россия». Но задачи, которые планируют решать в законодательном собрании, разные. Председатель правкома Калищиков Александр Шалаев, например, своей главной задачей видит защиту прав работников. Для меня избрание в законодательное собрание Пермского края – логичное продолжение моей сегодняшней работы, защиты интересов прав трудящихся. В случае избрания появится возможность делать это на новом уровне и с большими возможностями. Принял это ответственное решение, потому что чувствую поддержку соликамцев, работников нашего предприятия. Итак, 22 мая состоится праймерис, организованный партией «Единая Россия». Процедура предварительного отбора кандидатов организована для того, чтобы из достойных выбрать лучших.